Волну антиправительственных протестов в Тунисе вызвало убийство депутата парламента от оппозиционной партии Мохаммеда Брахми. Общественность обвиняет в произошедшем правящую исламистскую партию «Ан-Нахда». Народ требует ухода правительства. Сегодня «Ан-Нахда» должна быть свергнута, скандируют манифестанты. Министр внутренних дел Туниса выразил соболезнования семье Мохаммеда Брахми и всему народу Туниса. Следствие установило, что оружие, из которого был убит Мохаммед Брахми, использовалось преступником для убийства в феврале этого года Шакри Белаида, возглавлявшего партию Объединенных патриотов-демократов. Согласно первым результатам расследования, за всеми этими преступлениями стоит салафит Бубакар Хаким, член экстремистской организации, действующий в Тунисе, добавил министр. Брахми был застрелен возле своего дома в столичном округе Ариана в четверг. Двое неизвестных поджидали, пока депутат подъедет на автомобиле, после чего выпустили в него 14 пуль. Затем они покинули место преступления. 58-летний Брахми был лидером левой оппозиционной партии «Народное течение», которую он создал незадолго до своей гибели.